Тема моего доклада «Модели социализма, общественной собственности и производственной демократии». Хотя я остановлюсь и на вопросах политической демократии. Почему мы говорим о моделях социализма? Я говорю в частности. Могут быть разные модели социализма. Разве не следует из трудов Маркса, из многих докладчиков, в том числе и вот предыдущего доклада, что социализм, как и свежесть осетрины, он или есть, или его нет. И тут есть два типа ответов. Первое. Какие еще тут могут быть модели? Был социализм в СССР и в ряде стран народной демократии. Вот он примерно таким и должен быть с некоторыми изменениями. История не знает сослагательного наклонения. Если бы не ошибки, которые были допущены, то и социализм продолжал бы существовать, и надо было их исправлять, вот по Марксу и Ленину цитируя, и следуя, так сказать, очередному тому, очередной цитате. Есть сторонники другого совсем взгляда среди левых и марксистов. Никакого социализма в СССР и в странах народной демократии не было, поэтому СССР и развалился. А если бы социализм был, то массы не дали бы его уничтожить. Значит, и выдвигается одна или несколько причин, по которым вот тот строй, который сложился в СССР, нельзя называть социализмом. Ну, например, мы слышали, не было диктатуры пролетариата, а Маркс сказал, и добавляется, что он сказал. В СССР был наемный труд и эксплуатация рядовых граждан государством, а по Марксу не должно быть наемного труда. Не было политической и экономической свободы, не было участия трудящихся в управлении. Вот мы только что слышали, что... Вот. В СССР господствовала бюрократия, а не рабочий класс и не трудящиеся. В СССР не было общественной собственности, а была государственная собственность, которую бюрократия управляла в своих только интересах. Или еще один вариант, их много на самом деле, не было необходимых предварительных условий для социализма, поэтому он и не мог сложиться. Тогда спрашивается, а что было? Ну, тут ответы, значит, типичные. Государственный капитализм, особая разновидность азиатского способа производства или даже особая формация типа азиатского способа, тупиковое общество, которое вообще не составляет отдельного способа, но собирает все худшие черты первобытно-общинного, рабовладельческого, феодального, капиталистического и так далее. В чем, на мой взгляд, главная причина этих фундаментальных разногласий? Не в том, что люди, так сказать, неправильно понимают Маркса или Энгельса, а в том, что само явление социализма настолько сложное и не заданное раз и навсегда, определенное кем-то и когда-то, Марксом, Энгельсом или кем-то еще, а это явление, которое развивается уже не одно столетие и прошло в своем развитии большое число стадий. Ну, я назову, так сказать, время не позволяет сильно в это удаляться. Например, первая стадия — социализм возникает как идея идеального общественного устройства, где будут соблюдаться справедливость, равенство, любовь к ближнему. И это, так сказать, ну, в общем, еще до Рождества Христова, по сути дела, такого рода идеи появились. Ну и далее идут стадии утопического социализма, предмарксовский период, марксовский и так далее. Значит, конец 19-го, начало 20 века социализм становится знаменем идеологии рабочего класса и левого крыла интеллигенции, причем не только передовых капиталистических стран, но и одновременно, и это существенно, стран периферийных, отсталых, в которых капитализм развивается на почве полуфеодального сельского хозяйства и мелкотоварного производства, и это многое определяет в дальнейшем. Ну и так далее, октябрь 17-го года, ну и, наконец, значит, создается мировая система социализма, оборачивается все это в итоге, вот очередная стадия крахом социализма в СССР и Восточной Европе, и одновременно Китайская коммунистическая партия осуществляет вполне удачную попытку отхода от монополии государственной собственности и добивается колоссального рывка в развитии экономики, и по этому же пути идут социалистический Вьетнам и социалистическая Куба. Значит, они не отказываются ни от термина социализма, ни от социалистических идей, плюс к этому присоединяется практика многих стран Латинской Америки. То есть социализм как явление – это бесценный опыт, огромное историческое богатство,
И именно это вызывает, так сказать, многообразие взглядов на социализм, ну, не говоря уже о том, что многообразие людей. У интеллигенции, как известно, от трех человек четыре мнения, четыре теории. И вот это колоссальное разнообразие теоретического и исторического опыта демонстрирует, что прежние теоретические представления не поспевают и не могут поспевать за меняющими условиями и неизбежно должны устаревать. И к этому надо относиться совершенно спокойно. Значит, более того, надо признать, что значит, хотя определенное так сказать, ядро теоретических оснований социализма сохраняется, но и оно претерпевает изменения, и некоторые важные положения Маркса, если их понимать особенно прямолинейно, оказываются утопическими, от них надо отказываться. И, точнее говоря, они нуждаются в таком обобщении, которое позволит их правильно понять и вписать в современные условия. Ну, например, таковы положения об отмирании государства при социализме, поскольку отмирать должно не государство, а лишь функции аппарат подавления и насилия, и то с определенного этапа при развитии политической и гражданской самодеятельности. Положение об уничтожении частной собственности, то есть речь должна идти не об уничтожении, а о ее снятии, причем постепенное через ограничение и регулирование со стороны общества, вписывание частной собственности, в том числе в реализацию общественных интересов. Также устаревает, безусловно, устарело положение о ликвидации товарного производства и денег при социализме. Они еще, так сказать, переживут не одно наше поколение и так далее. Значит, в чем тут эффект, так сказать? Это эффект перспективы. Значит, на большом расстоянии, вот если мы смотрим линию столбов телеграфных через каждые 100 метров, если мы стоим рядом, мы видим два столба. Если мы встанем в линию этих столбов, то мы увидим один столб, а то, что там еще второй, третий, пятый, нам будет казаться, что это один столб впереди. Все сливается в один. Так вот, для Карла Маркса и отчасти и для Ленина, безусловно, вот все эти этапы отмирания государства, отмирания частной собственности, отмирания денег, отмирания разделения труда, они все казались, вот превратились в один, хотя это пункты, разделенные на столетия на самом деле. И мы должны это просто понимать и, соответственно, ближе к моменту распределять. Это вот сейчас, а это потом, а это еще позже. Проанализируем вот эту вот диалектику на понятиях общественной собственности, поскольку критика СССР в первую очередь идет по линии, так сказать, отрицания того, что была общественная собственность. И вот турецкий товарищ, которого читали, ну, в общем, то, что я рассказываю, близко к его позиции. Значит, понятно, что не может быть, опять-таки, из диалектики единого понятия общественной собственности на все времена и для всех народов. И сегодня мы бы дали один ответ на вопрос, что такое общественная собственность, а во второй половине XIX века теоретики социализма великие давали несколько иначе. Хотя единство, безусловно, должно быть. И, наконец, в 20-е и 30-е годы это были разные ответы на тот же самый вопрос. Марксисты второй половины XIX века говорили, что необходимым условием общественного характера собственности на средства производства является передача их в собственность государства и использование в интересах общественного развития, в интересах пролетариата. Две линии, значит, передача государству и использование непременно в интересах общественного развития, в интересах пролетариата, в интересах всего народа. В противовес частной собственности, частной индивидуальной или частно-групповой. Значит, исторически эта концепция была, так сказать, первым теоретическим отрицанием частной собственности, и, так сказать, она была призвана обеспечить на практике переход к коммунизму. Значит, поэтому с национализации начинали большевики. И настолько жестко это провели, что появилось название военного коммунизма жесткой централизованной системы управления экономикой. Значит, практика гражданской войны поставила вопрос о механизме функционирования более детально. Все-таки он должен быть высоко централизованным или децентрализованным? Может ли он быть децентрализованным? И люди пытались ответить на этот вопрос, различные политические силы. Значит, однако опыт показал и гражданской войны, и последующего восстановления приоритет именно централизованной модели, иерархической профессиональной модели, когда управление экономикой осуществляют профессионалы,
выполняя директивы политического руководства и конкретные знания по производству. Вот эту модель, высокоцентрализованную, мы называем модель 1 реализации общественной собственности, соответственно, модель 1 социализма. Но сразу же после гражданской войны почти осуществляется переход к модели 2, когда при сохранении определенной централизации и высокой роли политического руководства государственные предприятия работают в условиях рынка и ориентируются на получение максимальной прибыли и имеют высокую степень самостоятельности, значительно больше, чем в модели 1. Имеют место и небольшие сравнительные или большие частные предприятия, они имеют больше степеней свободы, чем государственные, но они, тем не менее, вынуждены считаться с уровнем цен, который задается государственными предприятиями и другими мерами государственного регулирования. И вот в той мере, в которой удается направить развитие экономики в интересах всего общества, всех слоев, не только пролетариата уже, поскольку власть принадлежит, так сказать, пролетариату, можно говорить об общественной собственности. Это уже иное определение общественной собственности. Здесь уже упор не на национализацию. Национализация – необходимое условие. А суть в том, чтобы обеспечить движение экономики в интересах всех слоев и классов. Вопрос, кем управляется общественная собственность, как управляется в рамках второй модели Ленин, как известно. Ну, казалось бы, вторая модель, значит, отдадим коллективам возможность управлять экономикой, съезду коллективов, значит, на уровне всей страны. Ленин, как известно, категорически возражал против этого, против того, чтобы передать управление съезду производителей и профсоюзам, так как у них нет ни необходимого политического опыта, необходимого политического единства. Соответственно, эта передача означала бы, что экономикой, управление экономикой пойдет не в интересах общенародных, не в интересах пролетариата, а, так сказать, в некой модификации. Значит, далее, конец НЭПа, когда начала осуществляться в СССР форсированная индустриализация, она была в значительной мере вынужденной, там, сказать, рядом обстоятельств, я не буду сейчас на этом останавливаться, понадобилось стремительно развить капитальное строительство в период кризиса капитализма, так как тогда упали цены резко на средства производства, был еще ряд причин, и родилась, поскольку капитальным строительством за счет государственных средств реально может управлять только государственная же система, родилась новая модель 2. Из модели децентрализованной в течение нескольких лет мы перешли к высокоцентрализованной модели, которой панегирик такой пропел товарищ Пригарин. Эта система обеспечила в 30-е и 50-е годы действительно высокие темпы роста. Одновременно руководство направляло экономические процессы в интересах всего общества и добивалось не только роста основных фондов, но и роста потребления, уровня жизни, причем всех слоев населения, надо подчеркнуть, и крестьянства. Система освободилась от, так сказать, передержек и издержек сталинского периода после 1953-1957 годов, и уже в 60-е и 80-е годы уровень жизни сельского населения приблизился к уровню жизни городского. Зарплата в сельской местности, в сельском хозяйстве составляла 92% от средней по экономике. Все классы и слои выигрывали от развития экономики. Таким образом, можно говорить о вполне социалистическом характере действия модели 1, которая была в СССР, и тем самым и о социализме. Спорным может быть только период 30-х годов и массовых репрессий. Но уже с середины 50-х годов, подчеркиваю, так сказать, это была вполне социалистическая модель, несмотря на ее ошибки, которые могут быть у разных людей, у коллегии людей, все больше ориентаций управленческого аппарата на формальные показатели, бюрократизации, которая свойственна, подчеркиваю, всякому централизованному процессу. Бюрократизация и бюрократы были, есть и будут не только при социализме, и при капитализме, и при любом другом строе, где есть централизованное управление. А во всяком государстве есть централизованное управление. 3 минуты. Ну что ж, значит, надо попытаться тогда остановиться, перейти от моделей непосредственно к демократии. Значит, секундочку. Значит, коллеги, прежде всего, наличие производственной демократии не отрицает факта нараставшего отчуждения. Секундочку. Значит, в СССР была
самая сильная производственная демократия из каких-либо существовавших моделей. Партийные собрания, где регулярно заставляли даже людей обсуждать ситуацию на производстве и принимать решения, которые в итоге, как вы знаете, решения партийных собраний были обязательны для администрации. Значит, постоянно действующие производственные совещания, постоянно действующие, комсомольские собрания, различного рода комсомольские прожекторы и другие формы. И множество форм, где людей втаскивали, насильно втаскивали в управление производством и государством. То есть демократия производственная была развита как никогда. Частично это копировалось с политической демократией. Тоже обстояло дела не так плохо, как нам пытаются сейчас изобразить во множестве книг. Возьмите тот факт, что 17 миллионов людей состояло в КПСС и тем самым имело возможность с детства через партийную, через пионерскую, комсомольскую организацию, людей действительно общественно активных, желающих вложить свою активность в интересы страны, вырасти до руководства страны. Если вы посмотрите, кто был в руководстве страны, это дети, это сами рабочие крестьяне, дети рабочих и крестьян и так далее, в большинстве. Лишь уже, так сказать, на поздних этапах стала самовоспроизводиться интеллигенция. Таким образом, это не значит, что не было ошибок. Значит, задача стояла в том, чтобы перейти от модели 1 социализма с жестко централизованным управлением экономикой к модели 2. И тут, а в перспективе с потребностью в политической представительной демократии к многопартийности. Но важно было, с чего начать. И это как в шахматах. Ходы. Нельзя считать, что можно переставлять ходы произвольно в той или иной партии. Если бы начали, как Китай, не с политических реформ, давших свободу, так сказать, сначала части интеллигенции, настроенной антисоциалистически, а постепенно народ, так сказать, они сумели перетащить на свою сторону, обманывая. Если бы начали не с политических реформ, а начали с экономических и провели их так же успешно, как Китай, мы бы жили сейчас при социализме и могли бы ставить вопрос о том, чтобы развивать социалистическую демократию сообразно успехам нашей экономики. Этого не произошло. Все, спасибо. Уважаемые коллеги, вопрос, Мария Павловна. Ну, во-первых, я хотела бы спросить, вы знаете ли, наверное, статью, последнюю статью Ленина о кооперации и как там реорганизовать Рабхрин, то есть говорить о том, что он был сторонником всегда до последних дней централизованной системы, как раз, мне кажется, неправильно, да. Во-вторых, а где вопрос? Ну вот вопрос, был ли он сторонником всегда? Ну тогда разрешите, я отвечу. Второй вопрос сразу. Значит, второй вопрос вот о чем. Что считаете ли вы вот то, что вы совершенно правильно говоря, социальный лифт, как сейчас называется, который Вячеслав Владимирович представитель для отдельно взятых граждан, и то, что происходило там в производстве и партийных собраний, это действительно ли производственная демократия, которая все-таки заключается в том, кто принимает на самом деле решение, или кто просто слушает о принятии решения? Вот это есть ли в этом разница? И было ли в Советском Союзе вот эта борьба между тем, кто принимает решение, и между тем, кто их услышивает? Вот все время за то, чтобы принимать решение. Была ли такая борьба все время подспудная за настоящую демократию? Может быть, в этом был и, так сказать, ответ на вопрос, почему... Игорь Ильич, пожалуйста. Да, я постараюсь очень кратко ответить. Значит, первый вопрос, он как бы риторический. Значит, Ленин был диалектиком, хотя он был безусловно сторонником централизованного управления, и это ничуть не противоречит переходу к НЭПу. Значит, и вообще управление может быть, строго говоря, только централизованным. Значит, но вопрос о степени централизации. Да, ну я говорил о правомерности, это не управление. Я говорил о модели 1 и модели 2, они разные существенно по уровню централизации. Тем не менее, так сказать, никто не отменяет ни центра, ни обязательности его решений. Вопрос, как далеко они распространяются. Значит, в отношении производственной демократии, вот пытаются все время противопоставить наши, так сказать, как раз...
секундочку, я прошу не сбивать. Значит, пытаются противопоставить наши, так сказать, противники справа, и многие, к сожалению, сторонники левых взглядов. Значит, вот профессионализм в принятии решений, централизм в принятии решений и демократию, говоря, что вот это не демократия, а вот настоящая демократия корней, когда именно массы принимают решения непосредственно. Значит, вот речь идет не об управлении государством. Я вам приведу пример в миллиарды раз проще. Вот наше собрание. Попытаемся управлять им, когда все вместе мы будем коллективно принимать решения. Значит, мы придем к тому, что мы назначим ведущего и попросим его быть пожестче в соблюдении регламента. Вот точно то же самое. Значит, управление государством, даже управление предприятием требует централизма, профессиональности и участия масс в управлении. То есть каждого на своем уровне, плюс по ряду вопросов, возможно, и голосование. Лишь по глобальным, лишь по основополагающим вопросам. А в основном управление должно быть иерархическим, централизованным, профессиональным. И так будет до тех пор, ну, пока, так сказать, будет сохраняться различие между, скажем, управленческим трудом и исполнительским трудом, между высококвалифицированным трудом и трудом, так сказать, менее квалифицированным и так далее. То есть это неизбежное противоречие, но решается оно тем, что дается больше возможностей для участия коллектива в масс и так далее, но это не отменяет ни централизации, ни иерархичности, ни профессионализма. Спасибо. Последний вопрос, потому что, к сожалению, время исчерпано. Пожалуйста, ваш вопрос. А как бы вы оценили нынешнюю модель централизации российского государства с точки зрения исторической перспективы? Она чрезмерно подавлена, так сказать, участие не только что масс, а даже партий. Парламент задавлен полностью. У нас не вертикаль, а какой-то вот этот кол, который торчит, а наверху, так сказать, царь-батюшка, и тот не имел столько прав. Так, спасибо докладчику.